Всем привет, это Faience Breaking School. У нас день открытых дверей, и мы начинаем 5-й сезон. Сегодня день открытых дверей у нас проходит в формате показательных выступлений, потому что по опыту прошлых лет мы поняли, что в формате стандартной тренировки на открытых уроках дети не совсем до конца понимают, куда они пришли, зачем пришли, и не до конца могут понять вообще культуру брейка и как это происходит. И сегодня мы решили просто показать им соревнования наших старших детей. Сейчас брейкинг является олимпийским видом спорта, потому что не смог Олимпийский комитет этот зрелищный вид активности обойти стороной. Но и отношение к тренировкам как бы немножко поменялось. То есть уже тренировками 3 раза в неделю по часику никого не удивишь. И чтобы создавать конкуренцию, приходится пахать тут по 7 дней в неделю. Мой сын, Бибой Кефир, ходит уже на брейк, занимается 7 лет. Также у меня еще есть дочка, Саша Нова. Она занимается год, очень довольная, очень довольная. Значит, за 7 лет, в которые занимается сын, достигли таких высот, как чемпионы Тверской области, проходили отборы на чемпионате России, там ропсы всякие различные, там на комбинейшене выступаем, в Казань ездим. Чем еще мы очень довольны этим брейкдансом, что развивается сама вот конституция, сама структура тела у ребенка. Валера, тренер, просто лучший в мире, очень идейный, очень прям вот заточенный на результат, делает все для детей. Вот. И мне такое ощущение, что он абсолютно не заинтересован сам лично в чем-то, а все для детей. Очень боюсь, что он куда-нибудь уедет. Если он уедет куда-нибудь в другой город, мы, наверное, поедем за ним, продадим всю недвижимость и пойдем за ним, как жены декабристов. Два года назад я переехал в Конаково и год назад начал заниматься брейкингом в школе Faience. Мне есть с чем сравнить преподавание в этой школе, потому что до этого я жил в Москве, занимался там 2 года брейкингом, и за год здесь обучения я добился большего, чем за 2 года в Москве. Я ездил на большинство всероссийских соревнований, проходил там отборы в сетку, но не занимал хороших мест. На ближайшие 2 года ставлю себе цель улучшить свой результат. Для этого я тренируюсь 6 раз в неделю. Занимаюсь только брейкингом, потому что я понял для себя, что совмещать его с другими видами спорта невозможно. Тут нужно выкладываться на все 200%. За последние несколько лет уровень детей в Конаково скакнул просто нереально. Последние 2 года в нескольких возрастных номинациях на первенстве Тверской области мы забираем весь пьедестал. Псков, Архангельск, Нижний Новгород посетили практически все возможные всероссийские соревнования. Я не беру в расчет маленькие, по центральной части России это каждую неделю поездки. Вот недавно мы вернулись с Казани с очень крупного фестиваля. Вот, да, чемпионов России пока не доросли, но мы туда стремимся, и уже на всех всероссийских соревнованиях мои ребята проходят в топы сеток и показывают достойные результаты.